Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, и да, к сожалению, этот момент настал. Сегодня у нас выходит самая последняя серия моментов жизни колледж, но не нужно расстраиваться и преждевременно плакать, нет, ни в коем случае, поэтому садись поудобнее, бери что-нибудь там похрумкать, чаек попить, и давай смотреть самую последнюю серию. Моменты жизни. Итак, девочки мои дорогие, сейчас у нас идет последний экзамен, и мы решили попить чаю. Но так как я за экологию, я принесла свою рассыпную заварочку очень вкусную, Гринфилд Тоскинки, поэтому сейчас пойдем попьем чай в столовой со своей заваркой, со своим кипятком. Сейчас все воды нальет. Конечно. Это его чайник, это мое. Вот это мое. Я всегда с собой ношу. Вот чай, можете снять. Очень вкусный чай. Сейчас насыпим и чай попьем. Все, держим, Анетта, держи. Мы сейчас понасыпем. Сколько будем чая заваривать? Много. Нормально, я тоже думаю. Мы два раза можем залить заварку, хорошо. Девочки, очень вкусно пахнет, это Гринфилд. Я даже здесь чувствую. Вкусно, да? Да. Может быть, Дарья, платочек дать? Зачем? Слезу вытирать. Слеза не просто... Вы просто так красиво играете, соглашусь, правда. Нет, мне понравилось, правда, красиво играете. Все, хорош. Ждем. Конечно, так классно. Все, давайте убирать. Девочки, как у вас настроение? Отлично, особенно, когда не сдаешь экзамен. Что-нибудь целенаправленное готовить к музыкальным инструментам? Да, хорошая. Да, скажи еще раз, мы все молодцы. Хорошая заварка. Скажи, мы все молодцы. Да, мы все молодцы, да. Да, мы такие собрались за одним столом. А что, где твоя традиция, если за руки возьмешь? Точно! Давайте, так, даешь, вот, руки. Все о, движуха. Все вместе соберемся, если за руки возьмемся, станем этот мир добрее и прекраснее. Ура! Венера утверждает, что на мой сон сопрано спели. Вот так. Вперед! Ну ты спой первую фразу всю. Там было. Моменты жизни. 3, 4, киса, 3. Тихо, девочки, не готова. Покажи. 3. И. Подожди, убери. Представь, что ты села.
Но не в тюрьму. На краешек сядь стульчика. Повернись на Смит и Гулча. Готов. Все, ты кивай, ничего не говори. И начинай. И начинай играть. Сейчас. А я не спрашиваю, что будет. Ну, Альбина! Русские с татарами пили очень много, да? Да. Пили, это... Ну, Настя, да, он слышу. Сильно опьянел. Вы мне рассказывали, он мне тоже рассказывал. Он говорит, после уж, да. Угу. Я, говорит, не знаю, кто такой Эйдарис, я больше за него пить не буду говорить. Сейчас немножечко прояснить, что вообще происходит. Когда я училась на четвертом курсе, я дружила с ребятами из второго курса. Я им сказала, чтобы они обязательно пришли к нам на выпускной, а еще сделали плакаты, кричали громче всех, что вау, Мусфак, это круто. И вы прикиньте, что? Они реально сделали плакат. Мы это еще завтра все снимем красиво, я же не знаю, когда это все выйдет, да? Да. Вот если бы мы знали, что это такое, то вот... Мы если бы мы знали, что это такое. Все, закрою. Блин, это очень круто. Сейчас. Это что, премьера? Да. Вы что, нас так сильно любите? Конечно. Дашенька, да. Представь. Они закончили последний экзамен, 25-й. Сегодня какое число? 27-е. Они до экзамена, вместо того, чтобы экзамену готовиться, они рисовали плакат и продолжают после экзамена приходить и рисовать. Это правда? Потому что их ничто не останавливает. Только соседи. Работа над плакатом для них – это главное теперь уже в жизни, потому что остался всего один день. Ну, мы же завтра встретимся еще. Последний день. Даша, будешь в платье? Да, красивым. Платье? Да, с мамулетой приду красивая. С мамой? Да. Она совыла своего приедет на мою эту. У нее еще мама такая красивая. Ой, чудесная, соглашусь. Она еще покрасила специально ради этого дня. Да, да, мама, если ты смотришь, привет. Ну, ладно, все, встретимся. Сюрприз удался? Ну, да. Завтра сделай вид, что ты не видела. Хорошо, я буду играть, как не знаю. Ну... Конечно, последний момент, и девочки, не плакаем. Да. Анька, ну что, как твои ощущения? У меня все круто. У тебя все круто. Особенно. Вот, ребят, видите, я дожила до того момента, где мы будем подшивать сейчас документы. Обалдеть. Документы, вот это все. Вот я дожила до этого момента. Вот это, засчетная моя. Мой студенческий. Вот посмотрите на мой студенческий. Если это не красота, то что это? С вами за 4 года стали совершенно разными людьми. Давай.
надеюсь, что мы с вами встретимся, будем встречаться. Господи, спасибо. Смотрели и вспоминали про очки. Я вообще, я просто в шоке. Тут Лена Николаевна и... Этот сериал закончился. Какой был самый главный посыл вот этих роликов? Насколько это важно выбрать ту профессию, ту специальность, которая вам действительно нравится? Потому что очень многие поступают на те специальности, на те профессии, которые мне нравятся. Они просто ходят и каждый день отчитывают, скорее бы этот ад закончился. Но если ты все правильно сделал, ты занимаешься тем, что тебе действительно нравится, ты обучаешься на ту профессию, которая тебе действительно нравится, то учеба может быть веселой, как было и у нас. Я не могу сказать, что вот я сейчас работаю там учителем музыки или в детском саду, но нет, эта учеба дала мне, во-первых, новых друзей, и она дала мне кучу навыков, умений и знаний, которые мне сейчас пригождаются, чтобы обучать вас игре на укулеле. Вы что, думаете, я с рождения могла вам так все хорошо объяснить? Нет, вовсе нет. Я ходила на практику в школу, мы ходили на практику в детский сад. Все вот эти знания мы принимали на практике. И теперь, представляете, на моем канале тоже практика, чтобы вам объяснить все понятно и просто тем людям, которые, в принципе, даже никогда не занимались музыкой, они могут что-то сыграть на укулеле. И это все благодаря моему пониманию, что я училась в том месте, где мне действительно нравится, и на той самой профессии. И огромное спасибо именно вам, зрителям, которые смотрели все эти видосы. Это можно сказать, что моменты жизни — это как сериал. То есть вот каждая серия — это раскрытие какого-то персонажа, какие-то события. Каждая серия на что-то определенно заточена. Например, была серия про Рейса Матыгуча, была серия про Баян, была серия... Ой, я уже не помню, какие серии-то там были. Короче, и так как наш сериал закончился, у нас есть целый плейлист на канале. Вы можете посмотреть от начала до конца, как все это происходило. Ну, а с вами была всеми любимая группа М151 и Дарья. Скоро увидимся. Пока. Мне так нравится, когда мы прям идеально заканчиваем. Прям я жесть. Я говорю, надо.